Долагать, смотрите. Долагать, а что у нас спрос? Смотрите. Жиром истекает. Смотрите. Красота. Рот держи. Красота. Смотрите, руками. Какой же запах. Нижнятин. Здравствуйте, друзья. Соскучились? А я уже здесь. В общем, сегодня мы будем готовить чалагач. Что такое чалагач? А вот это у нас чалагач. Это тоже считается армянское блюдо на костре. Это идет у нас вырезка. Сверху идет чуть-чуть жирка. И она идет на косточке. Это и называется чалагач. Вы же видите, мяско само по себе очень нежное. Я вас сейчас научу, как его надо мариновать. И потом покажу, как его надо жарить. Так, для этого нам надо лук. Что мы делаем? Полукольцами мы его режем. Сейчас все покажу. А чалагач, дело в том, что нельзя мясо мариновать. В плане, я имею в виду, вот как я делал ребра. Солить, перчить сразу. Не-а. Мы вот это будем все делать. Тогда у нас он не потеряет сок. И будет вкусный-привкусный, я вам обещаю. Вот сюда мы все сейчас вложим в мисочку. И нарезаем. У нас получается, смотрите, 5 луковиц среднего. Сейчас мы все нарежем. И все попробуем. Так, друзья, смотрите. Вот мы подготовили наш лучок. Видите? Наш лучок. Сейчас мы его будем солить, перчить. И все я покажу. Почему именно сначала мы не будем мясо, а именно лук. Покажу сейчас все. Друзья, смотрите. Раз, на 5, 2, 2 столовые ложки. Добавим еще. А знаете почему? А мясо возьмем столько, сколько ему надо. 2,5. Но это чалагач вообще надо есть соусом кемали. Очень идет, ребят. Завтра будем его с этим соусом как раз и есть. Так, дальше, поехали. Базилик. Пожалуйста. Ложечку. Паприка. Ложечку. Кстати, мясо у нас здесь получается 2,5 килограмма. На 2,5 килограмма лука у нас 5 среднего. Еще чуть-чуть. 5 среднего лука. Вот. Так. И вот я положил 2,5 столовые ложки соли. Столовую ложку базилика. 1,5 столовые ложки паприки. Черного перца. Ложечку без горки. И тут уже мы добавляем, помните, где я вам говорил, кориандр. Вот кориандр сюда, то что надо. Так, есть. Ну что, что мы сейчас делаем, как вы думаете? Конечно же, все мешаем, все наши маринады мешаем в одном. Так, сюда же мы добавляем оливкового масла. Первого, как он там, сейчас посмотрим, как правильно говорить. Так, первого холодного прессования. В общем, для этого нам надо, ну вот так вот, чуть-чуть. Буквально, как грамм 50, вот, все, идеально. Вот, все. Кстати, масло, чтобы вы понимали, когда масло добавляешь, вот эти все ароматы, они идут в одно целое сочетание.
И все, мяско сейчас будет бомбец. Смотрите, что я делаю. Обратите внимание. Посмотрите. Смотрите. Чуть-чуть, буквально минутка нашего хорошо подготовленного соуса для маринада нашего шашлычка. И теперь мы добавляем мяско наше. И потихоньку его маринуем в нашем вкуснячем маринаде. Друзья, наше мяско, пожалуйста, сделано. Мясо само мы не солили, не перчили. Мы перчили, помните, лучок. Все сделали красиво и перемешали. Вот такую красоту. Теперь оно ровно суточки у нас маринуется. А завтра мы на костре ставим, делим и жарим, жарим, жарим. Будет красота. Так, поехали. На суточки. Завтра увидимся. Пока-пока. Красота. И сейчас мы его будем жарить. Наш человеч. Армянский человеч. Сейчас мы будем приводить красоту. Сейчас 5 секунд. Дайте мне. И все будет красиво. Я вам обещаю. Подожди, брат, ты что, мы в порт уходил? Нет. Это ты? Нет, да. А кто я? Ведь я же тоже Аванеса. Это ты. Ай-яй-яй. Блин, а где ты его нашел? Я его нашел, мне подарили. Черт. Сейчас одел быстро для вас, друзья, одели все. Все для вас, братишка Джайлз. Ай, молодец. Ну что, друзья, Чалагач готовится, армянский. Делаем его очень красиво. Смотрите, какая красота. Ай, мамаджан, смотрите. А? Красиво. Красота. Ай, красота. Это лаваш армянский. Это лаваш армянский. Молодец! Молодец! Молодец!